Оу, щет, да ты посмотри, да, боже, здесь птера. Оу, это фантастически, это невероятно. Слушай, Эврима, по-моему, курит нервно в стороне. Это Кецель, боже мой, Кецель, я так рад, что я тебя вижу. Оу, обалдеть. Ну, а перед началом данного видео, друзья, я бы хотел вам посоветовать самый криповый сервер под названием Age of Dina в мире The Isle. Отзывчивая администрация, которая всегда вам поможет, расскажет, решит вашу проблему, если что-то вам непонятно по игре. Также достаточно адекватные игроки, никакого коса. Админы следят за всем порядком на сервере. У ребят есть свой сайт Age of Dina, где вы можете приобрести любого динозавра за адекватный ценник. Также вы можете здесь почитать различные новости, информацию о серверах, правилах игры, различные лайфхаки. Также есть у ребят Discord, где все в принципе просто и понятно, где вы можете найти новых друзей. Можете просто пообщаться с другими игроками, найти какое-нибудь пати, а также поучаствовать в интереснейших ивентах, которые постоянно проходят на сервере Age of Dina. По всем вопросам можете обращаться к главе этого сервера, Алексашке, он же Саша. Добрый и отзывчивый человек. Ну что ж, ребята, ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. И всем привет, ребятки, вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире The Isle. Как вы могли догадаться, я нахожусь на сервере Age of Dina. Да, советую, ребятки, всем вам заходить и играть на нем, здесь всегда весело и круто. Сегодня я присутствую на сэндбоксе, где наши любимые админушки играют на гиперах. И сейчас мне очень хочется подойти к ним поближе и рассмотреть их. Не знаю, может быть, кого-нибудь укушу. Выбрал я дилку, да, не зря, если что, кому-нибудь попускать кровоподтек. Не знаю, если, конечно, меня сейчас в первую очередь не съедят. Так, Спиноч уже охотится за мной. Нет, 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 нет. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Я миролюбивый, я всего лишь пришел посмотреть на них. Наверное, я не успею отписаться, хотя не знаю. Дай-ка попробую. Оу, за что так жестко-то? Ё-моё! Боже, ладно, хорошо. Сейчас я напишу, что я просто снимаю видос. Гиперы, вы такие злые. Ой, боже, боже, боже. Привет, милорчик. Да, все привет, ребятки. Меня узнали в чате, короче говоря, ладно. Так, я скрою, наверное. Или хотя нет, оставлю пока, наверное, чатик. А вот. Да, спасибо, что я могу теперь снимать. Посмотри. Боже, спина, гиперспина. Оу, блин. Ничего себе. Боже, вот это мощь. Я вот, кстати, в том... в прошлом видео, кстати, ребятки, кто не смотрел, посмотрите, ссылочку я оставлю в описании. Я, кстати, немножко вам не рассказал про... Ну, не сравнил, так сказать, простого спинозавра, того же самого, с гиперспинозавром, да? Посмотри, насколько рост гиперспина намного превышает обычного спинозавра. Ой, ой, по-моему, у нас смерть наступила Гиге. Ладно, по-моему, Гиперрекс чем-то, блин, недоволен. Так, ну что же, сегодня у нас, так сказать, пройдут, наверное, прогулки с гиперами. Это будет, слушай, здорово. Оу. Слушай, я вот, да, я в прошлом видео так и не насмотрелся на гиперрекса, насколько он огромен и красив. Боже, это так классно. Знаете, я сейчас себя ощущаю таким маленьким букашкой. Не знаю, это если представить, что это такая семья
где... Оу, нифига себе, ты видел, как он раскрыл пасть? Оу, подожди, стой, стой, стой! Кто смотрел Блейда, ребят? Кто смотрел Блейда? Помните, как у вампиров раскрывалась челюсть? По-моему, Блейд 2. Вот то же самое сейчас Спиник сделал. Подожди, у нас файт. У нас файт, да, реально, блин. Оу, фак. У нас файт. Ну зачем ты меня, блин, трогаешь? Че я тебе сделал в натуре? Отвали от меня. Ну и что? Боже. Слушай, ну я 100% ставлю, наверное, на Спиныча. Да. 100% выиграет Спина. Ну, он более вертлявый, даже обычный Спина, даже если не брать в счет. Так, закидайте меня тапками. Закидайте меня сейчас тапками, пожалуйста. Да, это было весело. Все просят, пожалуйста, админушка, дай мне ТП на гиперов. Нет, ребятки. На Age of Dina, на сэндбоксе, админы не дают гиперов. Не понял? А что такое? А куда делся гипер Рекс? Так, подожди, ну ладно, хорошо, может быть сейчас у нас будет еще файт? Слушай, реально, они орут так? Знаете, кто смотрел Годзиллу? Вот тот меня поймет, да, реально. Что-что? Мы будем играть в прятки? Оу, щет. Слушай, интересно, интересно. Вот это, кстати, я так понимаю, это рост, наверное, да? Рост... Ну, не знаю, наверное, Джува, что ли? Рост Джува Спины. Посмотри, с какими он шипами ходит. Я не знаю, кто там говорил, что на китайских серверах крашатся там сервера, пинг запредельный, вернее, падает, если... О, нифига себе, он там перемолотил. Я тоже отщипну себе кусочек, отщипну кусочек. Если, короче... Различные там джувы находятся с какими-нибудь гиперами, то сервера падают. Нифига подобного. Вот, спокойно, я бегаю с гиперспина. Ну, конечно, он меня сейчас нахрен перекусит за один раз, и все, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, мама. И все? Ты сам себя убил? О, Милорчик меня приглашает в группу. Спасибо, Милорчик, это очень мило. Спасибо. Ну, сейчас, погоди. Ну, как, в принципе, я и обещал, я вернулся. Так, а что у нас тут происходит? Так, у нас тут вообще весь... Воу! Фак, ты посмотри, как он открывает свою челюсть. О, боже, это невероятно, блин. Ё-моё, почему я раньше не знал про гиперов? Слушай, а знаете, вообще, раньше я, насколько помню, были гиперы в игре, ну, я в прошлой серии рассказывал, да, по-моему. Но потом их убрали, потому что там был какой-то дисбаланс непонятный или что-то в этом роде, вот. Но, как говорится, все старое, плохое, типа забытое, да фиг там. Все старое, оно намного интереснее в будущем. Оно, блин, слушай, Рекс, перекуси нахрен вот... Вот этого, блин, он мне мешает просто посмотреть на тебя. Хо-хо-хоу! Воу-воу-воу! Вот это веселуха! Слушай, я, пожалуй, пока, наверное, посижу просто. Тут все, короче, бегают и кусают вот этих гиперрексов, я так понимаю. Ой, Гигачи, Зухич, куда вы полезли? Два рекса — это... Два гиперрекса, это, ребята, это, ну, вам смерть. Чего вы хотите? Чего вы от них хотите? Спасибо большое. В очередной раз, блин. Так, ладно, сейчас я зайду тогда на рексе. Так, окей, я вернулся. Вроде бы не пингует, все нормально. Посмотри, как... Да хорош ты уже орать на меня, хватит меня пугать. Офигеть, если сравнить рост обычного тирекса, фулового, который сейчас у меня, и сравнить гиперрекса... Боже, я букашка в этой семье, я просто ни о чем. Знаете, я маленький, самый маленький дрищ. Самый маленький малыш. Ой, блин, офигеть. Это что тут вообще происходит, ребят? Так, комарик пришел, Карна прибежал. Да, о, подожди, стой. Это Брахи? Это Брахи или это Пуэрта? Стой. Нет, это Пуэр. Я думал, это Брахи. Блин, как печально. Вообще
Эй, не пинайся. Слушай, да иди ты отсюда. Вообще, я знаю, что здесь есть еще и брахиозавры. Ну что ж, давайте попробуем покусать Пуэрту. Да ладно. Так, ну я уже зашел, не знаю, на 150-м динозавре. И чё у нас? Чё у нас? Рекса, Рекса, ты куда? Нет, 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 не отправляйся в плавание. Давайте все кусаться, бодаться и все прочее. Кто-то пишет, глаза игрокам мозолят, а другим играть не дают. Ну, так, слушай, Пуэру я сейчас пока покусаю, пока у меня есть такая возможность. Здорово, Пуэра. Гиперрекс, Гиперрекс, слушай, Гиперрекс, дай я тебя кусну хоть раз, дай я хоть в кончик хвоста тебя кусну, блин, боже. Дай я хоть раз это сделаю, что мне не удавалось на китайском сервере, блин. Помянем его с почином. Ну, шучу, конечно. Ну, нет, может быть, не шучу. Ну что же, ладно, давай начнем охоту. Ну, я, конечно, понимаю, ты меня сейчас просто с одного маху все. Это вот то, что я сейчас делаю, это, знаешь, это смерти подобно. Это, ну, раз-два, и все, меня нету. Слушай, интересно, я тебе наношу урон? Эй, эй, дружище, я тебе хоть раз куснул? Куда ты убегаешь? Реально догонялки, блин. Реально догонялки. Ну ладно, беги, 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 Лола, беги, беги, беги. Экс, здорово, Юта. Что у нас тут-то происходит? Да, ну конечно, фантастически открывается у них рот. Да, реально, кто смотрел фильм Блейд, тот меня поймет. Оу. Да хорош ты, блин, Пуэра, иди отвали нафиг от меня, слушай. Кто там под прошлым видео говорил, что не видели Гиперкарна? Посмотри, вот он. Я бы его назвал бы, знаете, наверное, рогатым дьяволом. Да, это реально дьявол, ему не хватает где-нибудь на его, не знаю, на его спине написать три цифры 666. Оу, слушай, я кажусь таким маленьким сейчас среди этой кучки, а нифига себе. Там ребята говорят еще типа, а есть здесь гига-юта? Ну, а по-моему, она забагована слишком, что-то в этом роде, поэтому не могут зайти за юта-гигу или гига-юту. Боже, он прекрасен. Рогатый козлик. Ну как козлик, это бык. Так, ну подожди, стой. Дай тебя кусну тебя в хвост, что ли, кусну тебя разок. Ой, ой. Вообще, честно скажу, Гиперкарна с таким хвостом, ну вообще у него должна быть определенная своя боевка. Ну, знаете, как если взять того же Анкилу, то либо стегозавра, то он должен бить хвостом. Да, это в принципе реально было бы круто. Но у него в принципе и один удар ему не помешает нанести любой жертве, и чтобы отправить себя на тот свет. Да, дай его покусай, дай его покусай, дай покусай, дай покусай, дай покусай, дай покусай. Пик. Пикс. Гипер. Спасибо, спасибо. Мой укус был комариным укусом. Многие из вас, наверное, спросят, откуда же взялись все эти гиперы и все прочее. Вот, кстати говоря, в следующем видео я вам об этом расскажу поподробнее, ну, хотя бы попробую объяснить. Так, ну, я смотрю, все бегут опять на сходку всех гиперов. Ну что же, мы тоже отправляемся на маленьком велоцирапторе. Я, кстати, написал админам... ребята, зайдите кто-нибудь на Кецеле, пожалуйста. Умоляю, зайдите на Птера, я вас умоляю. Не знаю, зайдут или нет, но если зайдут, они сделают реально мой день. Я очень на это, блин, надеюсь. Так, сходка у нас где-то в этой стороне, по-моему, да? Что-что, 20 тысяч хп у гиперов? Да вы что? Боже, у меня мозг съехал на бикрень. Не то что голова, у меня мозг съехал на бикрень. Оу, щет, да ты посмотри, да. Боже, здесь птера.
Оу, это фантастически, это невероятно. Слушай, Эврима, по-моему, курит нервно в стороне. Это Кецель, боже мой, Кецель, я так рад, что я тебя вижу. Оу, обалдеть. Когда же это будет в Эвриме? Супер, супер, это круто, боже, вы сделали мой день. О, да. Ну стой, стой, да, я посмотрю на тебя как следует. Да не кусайте вы его, оставьте вы его в покое. Оу, щет. Слушай, невероятно. Посмотри, как он зависает в воздухе, слушай. Ну, давай, давай, присядь, я хочу с тобой селфи. Да, родной мой, дай мне рядом с тобой сделать селфи, я тебя умоляю. Так, короче говоря, меня там какого-то фига замочили Рексы, там я так и не понял, кто меня покусал. Ну, я всего лишь маленький велоцираптор, поэтому не судьба была, да. Я остался закуской, ну. Вот, а еще, что самое плохое, у меня, блин, навернулись мои маленькие наушники, обычные телефонные, через которые я слушаю все прелести игр, вот. Короче говоря, наверное, поэтому я буду уже заканчивать это видео. Если тебе понравилось, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал, нажми колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, и присоединяйся на сервер Age of Dina. Sandbox? Да, здесь действительно сейчас круто, ну а также на сервер Age of Dina Survival. Там также атмосферно и классно. Ну а всем тем, кто меня смотрел, и всем тем, с кем я поиграл, спасибо вам огромное, а также всем админам, кто сегодня мне делал ТПшку и все остальное. Милорчик, тебе отдельная благодарность. Спасибо, ребята, всем пока, до новых встреч, пока-пока.